Итак, так, ребятки, GTX 560 снова в деле. Сколько тут держит FPS, смотрите сами. О, видно вроде. Пока не так много, как хотелось бы. Так, ну настройки, давай еще глянем сразу. Хотя я играю в онлайне. Изображение низкое, звуковое. Значит, как-то все низко. Так, 130 FPS только. 120 видел. Просадочка была какая-то. Процессор у меня Xeon. Вот сейчас до 60 была просадка. Здесь до 20, когда за врага показывает. До 20 просадка идет. Вот. Ладно, 560. 1-гиговая версия от Zotac. Турбина. Так, еще раз настройки. Настройки низкая, повышенный контраст в кого. Но, по-моему, надо что-то вырубить. Выбор шейдеры. Ну, в принципе, и так FPS хороший. Зачем что-то вырубать? Что вам, типа, 200 FPS надо? Давай 200, давай что-то вырублю. Многоядерная обработка включена. Повышенный контраст в кого. И здесь использовать убершейдер выключу. Три линейные, окей. А, да и в принципе больше ничего. Но видимо обработку я не буду вырубать. Как-то так. Вот. Ну что, значит, наверное, в панду их всех ждать. Давайте я вам покажу пока сборку. Вот такой вот 93, ну короче, дофига есть FPS. Вот она стоит, 560-очка турбинка, как я уже сказал. Там у меня процессор Xeon, 8 гигов серверной памяти, материнка Huanan, SSD диск, только не SSD, а NVMe. Вот, ну и в принципе все. Вот питание мощное. Так, ну давай еще пробегусь немножко. Для полного счастья. Хорошо. Так. Удовлетворение. Гранку надо взять, конечно же, гранка. Там без гранки-то. Ромба. Уже сзади полюбляю пацаны. Ну окей. Мы уже всех убили. Точнее не мы, а они. Что за просадка сейчас была? Что такое? А почему он стоит просто? Ну вообще пофиг, он стоит просто и все. Ой, я убил кого-то, ничего себе. Вот сейчас была просадка лютейшая просто. Не знаю, видели сколько там FPS? 5 сейчас, кстати. Такие бывают, такие засады.